Это только на первый взгляд кажется, что иностранная уборочная машина уступает по объему отечественным аналогам. На самом деле, благодаря мощному прессу, этот коммунальный агрегат может за один рейс опустошить не один десяток мусорных контейнеров, ничуть не уступая КАМАЗу. Самое главное преимущество – время обработки одного контейнера. За 8 секунд умная техника опрокидывает, уплотняет содержимое контейнера и возвращает его на место. Акционерами коммунальщик приобретена машина. Приобретение евроконтейнера за счет инвестиций акционеров. На предприятии коммунальщик, обособленное предприятие по вывозу мусора, участок отдельный. Весь мусор теперь предприятие коммунальщик, которое обслуживает дома, будет вывозить сами своим автомобилем. Почему это сделано? Для того, чтобы упорядочить вывоз мусора, чтобы не было проблем по скоплению мусора. И он вовремя вывозился. Раньше для вывоза мусора коммунальщик привлекал специализированные предприятия, которые с задачей не всегда справлялись. И поскольку впереди курортный сезон, объемы вывозимых отходов резко увеличатся. Быстро и своевременно убирать и вывозить мусор с площадок, чтобы в городе было чисто. Такую задачу поставили власти Анапы перед всеми коммунальными службами города. Если же мы увидим, что идет переполнение на сегодняшний день, мы будем дополнительно устанавливать евроконтейнера для того, чтобы этого мусора лишнего не было. Все контейнеры оснащены крышками, чтобы мусор при ветре не разлетался. Осталось только приучить анапчан закрывать ее каждый раз. Вадим Родин, Анапа регион.